слышу, не калета. Ты что, Рари? Дорогие, вы меня слушаете, какой сегодня день? Я скажу, самый лучший. Слушайте, почему? Да потому что сегодня мы поедем помогать людям. Это самое лучшее, что может быть в жизни для нашей души. Сегодня я с группой моих любимых волонтеров. Мы поедем к семьям, которые нуждаются в помощи. Кому-то нужна еда, кому-то нужны стройматериалы, кому-то подгузники. У каждого своя просьба, свое обращение. Но скажу более того, мы идем не только передать продукты питания, не только передать какие-то нужные вещи. Мы идем передать любовь своего сердца. И каждый раз, когда мы приходим к людям, мы меняем судьбу. Потому что происходит кармическое очищение, кармическая работа. Ее никто не видит. Хотя, возможно, какой-то третий глаз и видит это. Но чаще всего эта работа нам не видна. Это моего сердца. Это мой подарок этому миру. Что я могу прийти в семью, которая так нуждается, которая, возможно, потеряла надежду на все. Потеряла большие силы. Эту веру вернуть человеку. Этим семьям. И я знаю, как жизнь меняется после каждого нашего прихода. Ты. Беседы нашего сердца. Ну что, пойдемте с нами?